Я не знаю вообще, кто там. Дайте мне хоть протокол. Где? На одном ковре идет только, в тот второй. Че прям так? Здравствуйте, уважаемые любители дзюдо. Мы ведем прямую трансляцию всероссийского турнира по дзюдо из города Невинномысска. Турнир проводится на призы председателя Следственного комитета Российской Федерации и посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня начали борьбу дзюдоисты в весовых категориях 81 килограмм, 90 до 100 килограмм и в тяжелом весе свыше 100 килограмм. Сейчас вы наблюдаете встречу на татами номер 2 между Барлаковым из Карачаева-Черкесии и Самохиным из Волгограда. Вот борец в синем кимоно Самохин пытался сделать удержание, но у него не получилось. Юка ведет сейчас борец из Карачаева-Черкесии. Он пока выигрывает встречу. Прошло уже 2.5 минуты, практически пол встречи. Сейчас борцы приводят себя в порядок. Что предписывается этикетом дзюдо. После того, как они привели себя в порядок, судья продолжает встречу. Пока встреча идет равная. Но преимущество в один бросок Юка
Барлакова. Поэтому сейчас оставшееся это время не может Вот была опять попытка с его стороны для набросок, но оценки нету. А нет. Посовещавшись с боковыми судьями, судья оценивает этот бросок тоже в оценку Юка. Обращаю ваше внимание, что у нас сейчас дзюдо один арбитр на ковре. Но это не значит, что он самостоятельно может принимать решение, потому что два вспомогательных еще судьи сидят возле стола руководителя татами. И решение об оценке принимается триумвиратом. То есть не только арбитр на ковре принимает решение, но и те судьи, которые сидят там за столом. Перед ними идет, стоит монитор, и они всю встречу видят с разных сторон. И если арбитр на ковре не увидел броска, то они могут его поправить. Что и было сейчас в данном случае. Вот волгоградский борец предпринимает попытки, чтобы отыграться, потому что остается уже одна минута. И если в оставшееся время он не проведет бросок на Вазаре или на Айпон, то, скорее всего, он проиграет эту встречу. Борец в белом кимоно, несмотря на то, что преимущество у него, продолжает вести активную борьбу. Не останавливается. Молодец. Поэтому сейчас синим кимоно борец получает еще одно замечание за пассивность. Вот сейчас волгоградский борец предпринимает попытки отыграться, но уже времени остается мало. Опять атака была со стороны. И на этом встреча завершилась. Победил Барлаков. Опять судья сейчас заставляет привести себя в порядок и объявит результат встречи.